Сейчас не знаю, включила ты или не включила. Я уже включила. Так, маме делают ногтики. Да, маникюр. Карантин карантином, а красота прежде всего. Я попала. Ну ничего. В домашних условиях. Да. Все закрыто. Но к нам пришли. Делайте. Мам, ты рада? Да, буду красный делать. Красный, да? И мама захотела, можно показать какие? Покажи одной ручкой. А мы потом будем красить, показывать. А там маки, но это не в этой стране, там маки. Угу. Все? Вот такие мама будет делать маки. Она захотела, тут их много, но она, по-моему, хочет вот эти вот сильно. Я предлагаю вот эти, но она захотела эти, да, мама? Да, София. Класс. Мы накрасим красное, а на белом вот таком. На белом вот таком. А красный у нас будет чисто красный. Да. Класс. Какие держать? Мы все делаем маникюр, красоту. 60. До 60. София выбрала себе наклейки, будет делать. Так, а вот мой маникюрчик. Чего он плохо фокусирует? Я не знаю. Не знаешь? Нет. Вот. О, видно хорошо. Мама, она уже открыла пыльник. Микки. Нельзя. Так что у нас салон красоты на дому. Да. Да, Микуська? У тебя глаза светятся. София, нравится? Я слежу за время, то уже 53 минуты. Да ты что? Следи, следи. 57, 58, 59, 60 есть. Микусик, в чем дело? Да, то как-то просто ногти. Что ой, такое? Что забыла, такое? Что я... Ой, все. Скажи, вы так долго со мной не играли. Скажи, я вам тут игрушечек принесла на диване. Ну да, просто так. Ай, давай. Оп. Так, это положить? А так, короче, играй. Так, какие есть блестки? А то играй. Да, давай себе огранишку. Че такое? Миська упал. Опа. А так. Вот так. Золото, серебро, то тоже. Ой, я замерзла дома так. Холодно. Ой, на улице у нас так прохладненько. Прохладненько, прохладненько. Ветер очень холодный. Ой, Микусь, ой, Микуся. Так что маникюрчик сделала. Красивенький. Знаю, фокусируют, нет? Я в прошлый раз хотела красные, но красного лака не было. Микки, в чем дело? Она за мной соскучилась. Маникюры сделали, а кушать надо готовить. В общем, готовлю кушать. Варю гороховый суп и достала у меня филе куриное. Сейчас пожарю куриное филе в сметанном соусе. Вот. Так что мы сегодня целый день... Ой, Женя уже стучит. Женя, что? Да, я видео снимаю. Все. Снимаем дальше. Ну, Женя дома, он купается. Он, наверное, хотел, чтобы я ему спинку потерла. Приехал только что, ездил на кладбище. Говорит, никого нету, никого, никто не штрафовал, все нормально. Ездил к маме, поубирал на кладбище. А мы наводили красоту. Маникюр сделали, салоны закрыты, так что договорилась, девочка ко мне на дом приходила. А у меня все позаканчивалось, вся еда. Там закончилось, все подоедали сегодня. В общем, надо готовить. Так я достала, разморозила мясо, свининка, у меня там ребрышки были. Сейчас супик гороховый сварю и, думаю, с филе приготовлю сметанки, стушу. У меня там еще макарошки остались. Будет с макаронами. Вот. Такие дела. На улице холодина, дома холодина. Дома холодно, похолодало. Ну, как похолодало? Отопление отключили и так дома свежо. Сейчас нарежем мясико. Оно быстренько готовится. Сейчас лучок начищу и приготовлю. Уже, получается, готовлю на вечер. Днем некогда было готовить. То уроки учили, то София музыкой занималась по вайберу, то телефон занят и видео не поснимала. В общем,
как-то так. Вот. Так, все. Мясо. Еще и много мяса получилось. Сейчас поджарим. Нарезаем лучочек. Так, день быстро пролетел. Раз, два, уже и все. Уже и вечер. Тебе просто кажется, ты долго просто ногти делаешь. Ну, ногти пока сделали, да. Пока тут все поубирала, она уж напылила все. Ничего, зато красивенькие маки, красненькие, как я и хотела. Красота. Так. Девчонки, готовим. О, мяско. Сейчас соус приготовим. Мясо быстро сейчас обжарится. Добавлю соус. Сейчас сметанку смешаем с мукой. Добавим специи, перчик. Пока мясо жарится, сейчас быстро соус приготовлю. У меня тут сметаны осталось. О. Я еще одну разрезала. Наверное, этой хватит. Маленькую эту разрезала. Не могу выдавить. Хотела быстро. Не получается. Вот это хорошая вкусная сметана. Добрыня. 20%, хорошая, густая. Да, Микуся, да, я тебе тоже варю индюшатину, все варю. Сегодня доела последний кусочек говядины. А утром Мики кушала корм. Я, наверное, отдельное видео сниму, как мы ее уболтали покушать. Это очень весело. Но результат отличный, она все скушала, да. Завтра сниму специально, наверное, видео. Как накормить собачку, если она не хочет кушать корм. Никто ее не заставлял. Так, добавлю еще сметанки. А это 15% уже жидкое. Ну ничего, будет вкусно. Так, добавили. Посолили. Посолили. Так, у меня вот чесночок сушеный. Чесночка добавили. Так. Сушеный чесночок, перчика и ложечку муки. У меня десертная ложка, не полную ложку, я добавляю муки. И все вот это перемешаем. И зальем сейчас наше мясо, курочку, филе. Сейчас добавлю еще немножечко сливочного масла. Будет очень вкусный соус. На соль потом уже в сковороде попробую. Если мало, можно даже, конечно, еще. Ладно, я мясо подсолю. Еще мясо не солила. Так, соус готов. Так, так, так. Так, проверяем мясо. Я его сейчас... О, сколько жидкости пустила. Сейчас я мясо подсолю. И, наверное, пусть чуть-чуть жидкость выпарится. Ох, я подсолила, рассолила, размешала. И добавим сюда лучок. Пусть оно еще с лучком. Но крышечку не буду накрывать. Так, лучок сюда. Не буду накрывать. Пусть немножко водичка выпарится. Сейчас больше огонек сделаю. Микусечка, я тоже тебе готовлю кушать. Жди, зайка. Индюшка твоя варится. Вот. Не знаю, если накрою, лук быстрее приготовится, но вода не выпарится. Значит, как поступить? 5 минут накрыть крышкой, чтобы лук быстрее мягче стал, а потом открою. Все, добавляю кусочек сливочного масла, чуть-чуть у меня прожарилось. И можно сюда сметанку добавлять. Надо другую брать.
силиконовую лопаточку. Ей лучше собирается. Раз, раз, раз. Все сюда. Сейчас, наверное, силиконовую буду вымешивать. Запуталась. Можно добавить зеленушки, чтобы красивее было. Ну, кто как хочет. Аромат сразу идет. Сейчас мука чуть-чуть поджарится, еще соус будет такой густенький. Неудобно и силиконовой мешать. Что ж такое? Что ж такое? Замерз, Жень. Угу. Как раз на соль попробовала. Ой, вкуснятина, девчонки. Жень, будем зеленушку или не будем добавлять? Я не знаю, надо. Ну, будет как бы красиво, но я не знаю. Укроп сюда неохота мне. Да, укроп. А петрушку? Петрушку, ну петрушку, например, чтобы поготовилась она. Или вообще ничего не будем добавлять? Не знаю. Еще сама все. Пусть тушится. Девочки, как вкусно. Объедение. Все, накрываю крышечкой. Пусть на медленном огне чуть-чуть потушится. Аромат, вот этот чесночок сушеный. Я вам не могу передать. А здесь гороховый супчик варится. Так, уже и довариваю я супчик гороховый. Сделала зажарочку. Только он у нас получился густой. Я еще горох высыпала, думаю, мало будет или много. Женя говорит, да ладно, высыпай, да, Женя? А посмотри, вообще она как каша будет. Ой, я не знаю, что будет. Я даже мясо не буду добавлять, потому что оно уже сюда не поместится. Еще картошки многовато начистила. Ну ладно, ну не сильно он и густой, Жень, нормальный. Значит, сейчас будем есть гущу. Сразу будем гущу насыпать. Все. Только я добавлю укропчик сюда. Хорошо? О. И укропчик. Все. Кушать наготовили. Будем сейчас кушать. Все голодные, все хотят еды. Микуське отварила индюшатинку и варила суп с ребрышками. Но ребрышки уже туда не поместятся. Ну, не знаю, отдельно добавим, да, в тарелку, кто захочет. Да, Жень? Отдельно, говорю, добавим. Мои отдыхают, да? Девчонки, отдыхаете? Микусик. Микусик, девчонка моя. Глаз один светится. Нет, ты мальчишка. Моя девочка. Все, справилась. Кушать наготовила. Красота. Да, Микуська? Тебе тоже сварила мясика. Ой. Сейчас будем, в общем, все мы ужинать гороховым супом. И не знаю, кто захочет, очень вкусная подлива получилась. Филе в сметанном соусе, вообще с чесночком. Обалденный запах, такой аромат. Аромат ароматный. Вот. Ладно. Тогда буду сегодня с вами прощаться или не прощаться. Кушать же ж мы не будем вместе. Нет? Нет. С камерой не будем кушать? Не, Женя говорит, да не, будем так кушать. Сейчас мясо поделю, Женя, тогда мясо в тарелочке нам положу. Микусик так слушает внимательно меня. Да, ты меня слушаешь? Все, что ты там смеешься? Иди кушать. Я уже всем насыпала. Такой супик, на тебе перца. Мясо, в общем, кто хочет, будет есть мясо так, в прикуску. София немножко супика. Нормальный суп, я думала, он намного гуще получится. А тебе что, мясо тоже нарезать? Ну, постоит, может, и загуснет. А я вам скажу на сегодня всем пока-пока. Хорошего вечера вам, не скучайте. Все, встретимся завтра. Пока-пока.